Итак, мне сообщили, что мы начали. Всем привет! Добро пожаловать на наш второй стрим за сегодня. Давно такого не было, да? Звезды встали в ряд. А мы продолжаем наш марафон прямых трансляций. Сейчас будем говорить про документацию верхнего сообщили, уровня. Я себя слышу, значит, вы меня да. слышите. Это хорошее начало. Я сразу объясню правила игры. Будем сидеть здесь, вам прекрасно рассказывать про суть игры Pitch Vision Столпы дизайна с Кириллом Заловкиным. Кирилл, привет. Да, привет. Ты будешь вещать. Я буду читать вопросики из чата, задавать тебе свои глупые вопросы, и делать мы это будем в течение 1 часа 30 минут, все верно? Да, все верно. Звучит как план на экране вы сейчас можете видеть э, промокод курсу геймдизайн, скидочный на 10%. И напоминаю, что скидки стакаются. Если вы зайдете на наш сайт, вы увидите, что сейчас у нас идет период космических скидок. И таким образом вы можете нафармить аж 30% скидки, что, мне кажется, вполне себе good deal. Да? И кроме того, обратите внимание, что в, э, в чатике у нас сейчас сидит и изучает вас наш менеджер. Если у вас есть какой-то вопрос по курсам, обязательно задавайте. Этот человек все знает, он вам ответит на все ваши вопросы. А если у вас есть вопросы к нам, ставьте в начале вашего вопроса какой-то смайлик. Мы его увидим и прочитаем. А мы с тобой можем, мне кажется, начинать. А, да, 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 да. У нас эта музыка теперь как... Ой, с картинкой вывелась, господи. А, слуш... а нет, а ты можешь, да, ты можешь да, ее. Да. Ее нужно спрятать просто в серую часть экрана, ввести и все. Да, я увел. Я не знаю, он сейчас будет. Mm -hmm. а, звучит ли все нормально? Я надеюсь, все отлично звучит. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие телезрители. Наконец-то мы с вами затронем такую важную тему как Vision Я надеюсь, вы уже сталкивались в принципе с дизайнерской документацией в своей жизни. Если вы ее никогда не писали. Не беда, мы посмотрим. А как... Можешь немного потише музыку сделать, пожалуйста? Да, <свёк> могу, могу, могу. А, сейчас лучше стало. Наверное, да? Продолжай. <свёк> да, да, мы хотели сегодня поговорить с вами о верхнего уровне дизайнерской документации. Меня зовут Кирилл Заловкин, я преподаватель курса продюсирования игр на XYZ и а, хочу немножечко вам рассказать о visione. Vision. Vision это такой важный документ, наиболее важный документ верхнего уровня. Он у нас разрабатывается на этапе pre-production. На этом же этапе мы придумываем с вами концепцию игры, придумываем с вами основные столпы дизайна, essence statement. Вот эти все странные непонятные слова, они происходят у нас на этапе pre -production. Там же на этапе pre мы делаем свои первые играбельные прототипы и получаем какой-то анализ того, сколько времени у нас занимает фича. Для того, чтобы в последующем масштабировать наши планы до вертикального среза. Вертикальный срез при этом это 15-20% игры, готовые на 90%. Публичная демо чаще всего бывает уже после готового вертикального среза. Потом у нас альфа, бета. Если мы мобильную игру делаем или игру как сервис, soft launch этап. Если нет, то у нас сразу релиз кандидат. Либо ранний доступ, ранний доступ для тех, кто выходит на стиме сейчас, кстати, на гугле есть и потом уже live ops, live operations то есть обслуживание игры, вышедшей апдейты для нее различные ивенты и прочее, прочее, для игры как сервиса это прям очень сильно важно на этапе препродакшена мы обычно генерируем идеи, анализируем конкурентов, делаем vision, делаем концепт документа арт библию, пич дек вот эти вот все документы, это то, что э, вы можете получить на этапе препродакшена, если вы приходите на продюсирование, вы это все делаете. Э, ни один документ от нас не уйдет. Hmm. Что такое VS? VS это Vertical Slice. Таймлот э, и бюджет вертикального среза ⁇ это отдельный документ, посвященный загрузке ваших сотрудников на... Период вертикального среза Не на весь проект, а на вертикальный срез Потому что вертикальный срез это такая маленькая Репетиция э, Запуска всех э, Систем, которые у вас существуют на проекте Но при этом не Всеми силами компании Обычно вертикальный срез делает э, Ну так скажем команда Человек по 7 Если у вас общее число например э, 35 человек в команде То 7 человек это нормально Для создания вертикального среза то есть некая там пятая часть, пятая часть команды, она будет заниматься на этапе препродакшена созданием игрового прототипа. Возможно, вы еще привлечете несколько людей для того, чтобы этот игровой прототип дополишить до вертикального среза. И это будет, допустим, уже не пятая часть, а там третья часть команды. Когда уже готов вертикальный срез, вы выработали пайплайны разработки, написали соответствующую документацию для них, вы можете привлекать команду целиком. Для чего так делать? Почему не все сразу? Потому что это кост-эффектив разработка, когда у вас большая команда ее нет необходимости привлекать целиком, ибо на этапе препродакшена больше идей у вас, чем реализации. Поэтому если у вас большой арт-отдел, там состоящий из 15 человек, нет смысла на, на препродакшене и привлекать весь отдел, потому что ну зачем там модельки вам делать сейчас, вам нужно понять вообще какие модельки у вас там. Вам нужно арт библию сделать, для этого достаточно лид-художника. Ну или просто художника и какого-нибудь арт-директора которая понимает, что нужно от концепт художников ему, ну или, или там нескольких концепт художников. Концепт художники ⁇ это те художники, которые помогают вам оформлять ваши концепт-документы. Вот, кстати, неочевидная мысль, которую часто почему-то люди игнорируют, что концепт-документ ⁇ это известное понятие, да, но при этом концепт-арт почему-то никак не связывается с концепт-документацией. То есть ощущение, что концепт-арт это просто скетчи перед моделькой, а концепт-документ это вот перед началом разработки некий документ. На самом деле концепт-арт он очень сильно помогает художникам понять, а что же все-таки им в будущем рисовать в финалке. И что же моделить с нашим моделером в арт-отделе? И Арт Библия, она эти концепты по разным направлениям, например, UX, UI, скажем, мир, лор, то, как у нас персонаж выглядит, она это все объединяет пич при этом объединяет не только части Арт Библии, но и части вашего вижена, части родмапы. То есть пич это некая подборочка документов в красивой форме, форме презентации, которая позволяет вам, вашу команду подать издателю хорошо. Туда будет входить в том числе и опыт команды, резюме некой команды, в том числе и пич вашего проекта, родмапа то есть дорожная карта проекта, а именно план разработки очень высокого уровня. И хороший питчдек, это то, чему мы учимся, в том числе на курсе, и выпускники курса не будут выходить без этого набора документов, потому что, мне кажется, хороший питчдек – это фактически ваша сделка или отсутствие этой сделки с инвестором, издателем, с новыми участниками вашего коллектива, которые могут прийти или не прийти, потому что ну, их не зацепил проект. Так вот, вопрос, зацепил или не зацепил проект, он как раз-таки из серии, насколько хорошо вы подаете пич, ваш пич. Примеры, значит, какие существуют пич-деков. Есть... возможность Там, кстати, да? кто не видит из-за из баннера с промокодом 13 пункт это вертикальный срез, 14-й пайплайн разработки. Да, кстати, я могу. Я могу ее. Сейчас подвинуть чуть-чуть. Да, если все основные тезисы будут посередине, мы можем чуть-чуть просто вправо сдвинуть его. Сам сам баннер. Чуть-чуть подвинем. Будет. Да. Поскольку тезисы все-таки. А, так, наверное, должно быть виднее сейчас. А, сейчас я вам. У меня просто часто. Сегодня такой стрим, который посвящен часто задаваемым вопросам. Вопросы, в общем-то, у всех одинаковые. Например, у меня есть идея проекта. Что мне дальше делать? Или как мне на мою идею собрать денежек? Ответ простой. У вас есть четкий список документов, которые вы должны реализовать, прежде чем ваша идея кристаллизируется. И начинать этот список документов лучше всего с Вижена. Потому что VisionDoc демонстрирует Ваше видение, ваше представление Проекта, и вот у меня есть этот порядочек То есть сначала вы сгенерировали Идеи, вы можете, кстати говоря Ее из воздуха взять Но можете и профессионально подходить К вопросу генерации идеи, а именно Использовать техники Существует их порядка Десяти техник, говоря там Скемпер э, это, это Техника, сейчас я покажу сразу По генерации скемпер опять же просто открываете да и смотрите э, вот она состоит она из замены э, с комбинирования адаптирования модификации какой-то идеи э, это вот, вот по пунктикам s substitute c combine да и adapt m modify и так далее вот э, эта техника она вам может помочь чужую взяв идею ее преобразовать. Почему э, не стоит делать идеи э, с нуля вообще игровые? Потому что вы все равно будете велосипед, скорее всего, придумывать. Э, вы вы все равно будете за основу брать какие-то популярные механики. И люди, если вы прям вообще в вакууме какую-то придумываете идею, скорее всего, ее не поймут ввиду того, что... Ну, у них есть какой-то игровой опыт И вы должны говорить с ними на одном языке Этого игрового опыта Существует несколько моделей игроков Которые э, играют в тот или иной жанр И, э, скажем так, э, любят те или иные фичи В проектах Эти модели, начиная с 90 там начало 90-х были уже презентованы наиболее известные это м -м, Бартла модель для ММО игр еще первых мадов, которые были э, психотипы игроков он вывел. Вот такие, <социт> вот такие были игры, с которыми он работал. И здесь есть накопители, киллеры, исследователи, социальщики. У каждого типа игроков есть свои предпочтения. Наиболее современная модель, которая поверх вот этого все итерирует. Это модель мотивации игрока. Так вот, ваша задача на этапе генерации идей уже учитывать игрока. Самая большая ошибка здесь, это вот я просто генерирую из воздуха что-то, кто в это играть будет, я не понимаю. Самому мне, ну вот будет интересно, тогда и буду делать дальше. Это хороший, в принципе, подход, который, однако, очень рискованный если вы все-таки с самого начала думаете о том, какие затрагивают из популярных, это наиболее популярные категории, категории, так сказать, опыта, который получает игрок в игре, какие категории затрагивает моя игра, в этом смысле вы себя обезопашиваете, вы в какой-то момент начинаете работать что называется data driven. То есть вы начинаете работать, исходя из данных, которые вы получили от более крупных компаний, которые могут себе позволить анализ рынка. Значит, если у вас есть подобного рода анализ по вашим играм конкурентам, это второй момент. То есть первый момент, мы уже с вами говорили, у нас есть генерация идей, да, мы там какие-то скемперы использовали технику, мы использовали трис, мы использовали морфологический ящик, метод фокальных объектов. Об этих техниках мы всех тоже говорим на курсе, у нас отдельное занятие. После чего мы переходим к анализу конкурентов. Анализ конкурентов – это своего рода поиск, во-первых, того, какие существуют похожие на ваш тайтлы. Эти тайтлы можно найти, зависит от того, на какую платформу вы выходите, но вот один из таких инструментов, который я часто советую, называется Steam Likes. Позволяет, допустим, вот вы делали... Табс like лайк игру, у вас игра про физику Про бои, вы можете зайти сюда И посмотреть more like this И понять, какие существуют вообще Опять же, мы сегодня э, на стриме Предыдущем, вот, было Stardew Valley, это типа Animal Crossing На самом mm -hmm. деле, если вы Введете в Steam likes, вы поймете, что такое. Э, как бы, здесь очень интересный Алгоритм, он выбирает По тем игрокам, которые лайкают э, Также похожие игры то есть он берет, у кого лежит в профиле в избранном, и смотрит, что еще лежит в профиле в избранном. Uh, и вы увидите, что на самом деле, вот похожие. А кто сделал это приложение? Uh, это кто-то из наших, кстати, делал. Да, русский. Да, я да, да, да. Первый Павел, Павел, подумал, я, Павел шестой был. Я о Steam Spy подумал, о нет. а о не. У, у нас все, 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 <laughs> все... Э, все тулы, свои. которые мы используем, все свои, да. Steam да. Spy э, это тоже шикарный инструмент, который мы используем для того, чтобы получить данные. Э, фактически вот эти данные овнеров э, он со берет, uh -huh. Steam Spy берет. Видите? Готу Steam Spy. Но Steam Spy э, не дает бесплатно вам э, лайки. Посмотреть, кто еще ну, что конечно. лайкал. То есть вам во-первых... -во тут. Про, про лайфхак на этапе анализа конкурентов Steam Spy обязательно регистрация. Без регистрации он вам вообще сейчас ничего не скажет. Регистрация бесплатная. Если вам нужны подробные данные, донат 40 долларов типа бейкаем через Patreon, Steam Spy получаем данные. На этапе анализа можно себе позволить на один месяц открыть Steam Spy. Для чего это нужно? Для того чтобы получить объективный данный. Там был второй вопрос, опять же, на предыдущем стриме. Какого Типа, фига, выбрали эту игру, а не другую. Это топ гроссинга был. Игра была из топа гроссинга, и Вуду это крупнейший паблишер для мобильных mm -hmm. устройств. В случае с Steam э, и ПК это Steam Spy э, инструмент анализа. В случае с мобильными у вас есть несколько инструментов. Это Sensor Tower, э, позволяющий вам увидеть э, топ гроссинга, опять же, и посмотреть ключевые слова ваших конкурентов их хосо оптимизацию и прочее-прочее. И второй инструмент это Appni. Appni э, тоже дает вам аналитику по приложениям. Оба инструмента требуют регистрации. Везде регистрация бесплатная. Регистрируемся, смотрим э, наши топы. Смотрим э, по если мы ищем там какие-то конкретно слова. Смотрим по словам. Сейчас я попробую, я не помню, просто у меня тут какой-то пароль залогиниться. Да, смотрите, у нас здесь есть сразу, когда мы залогинились. Ну, опять же, он вам предлагает подключить приложение, если у вас уже есть, посмотреть его рейтинги. Вот инструмент матрицы топовых приложений. Очень хороший, кстати, инструмент, позволяющий нам по иконочкам посмотреть, кто сейчас доминирует, еще и в категориях. Категории здесь можно выбрать где, чего, как. Сейчас я вам покажу так, топовое приложение. Он у меня скорее... Я всего я могу подтаскивать пару вопросов, а пока да. ты ищешь чтобы не тратить время. Подвинули скидку, мы сделали потише. Сейчас все должно быть хорошо. Угу. Кстати, Стардювали была вдохновлена Harvest Moon. По, да. по факту Харрис Мун родилась прародитель этого жанра. Да, это так. Но да он сам говорит неоднократно. Там да, же, да, да. если почитать Кровь под и Пиксель, он даже рассказывает про то, как он встречался с создателем Harvest Мун и про то, как создателю Харрис Мун вообще нравилась идея. Ну, то есть, короче, слушайте, если бы был Таск, из, и разрушить жизнь создателю Стардивали... у них бы получилось. Да, да, сделать. конечно. Нет, то, что Стардювале. Как бы инди-игра на самом деле она работает. Ну, сам факт Valley, чем он мне больше нравится mm -hmm. по сравнению с какими-нибудь случайными. Ну, вот вроде loop Hero, да, есть кейс Loop Hero, mm -hmm. который вот явно так случайно выстрелила. Хотя команда была Мы опыт. С ними интервью, кстати, делали пар uh, пару недель назад. Прикольные ребята вообще. Они прикольные. Mm -hmm. Они рок-звезды, но вот uh, mm -hmm. у них есть, скажем так притягательная сторона, это что их, а, они делают, типа, такие, мы не пишем концепт-документацию, мы не делаем анализа рынка, мы, типа, там, на своей волне и так далее. Рок-н-ролл. Да, Рок-н-ролл, рок да, да. И это притягательно, все ходят, да, я сейчас тоже так, типа, сяду". Но на самом деле вы в курсе, что у них там Don't Push the Button игра была популярная уже, ну, там, не супер хит но довольно такая популярная. И у них очень сработанная команда, которая на джемах там э, делает, ну, просто э, крутые постоянные игры, которые в то джемовских. О чем это говорит? О том, что у людей, в принципе, интуитивно Очень хорошо складывается уже понимание рынка И эти люди, они очень хорошо джуссинес понимают Ну, то есть, вот эти все циклы Вот это а, удобство клика Они очень хорошо отрабатывают какие-то ивенты У них хорошо с фирменным стилем, арт-стилем а, Вот, то есть, у них очень много моментов Которые на интуитивном уровне работают хорошо Если вы сядете сейчас сделать свою первую игру Вообще не факт, что у вас они работают хорошо на интуитивном уровне и есть для этого какие-то регламенты, способы себя застраховать путем использования э, документации. Вот, э, так что я сейчас немножечко просто буквально проговорил о том, почему вообще нужна документация. Она нужна для того, чтобы вы себя застраховали от ошибок, которые могли бы быть, если бы у вас они были. Какие ошибки это могут быть? Это ошибки недостаточно э, проработанного видения. Это ошибки повторения э, разным людям с разными какими-то исходными данными, концепцией. То есть вы одно сказали одному, другому другое, а в итоге понимания нет. Поэтому мы сейчас, когда мы начинаем делать игру, вот у нас есть идея, мы начинаем ее постепенно наращивать. У нас сначала была просто идея, потом стал Vision, потом появилась User Story. Это документ, где мы подробно описываем геймплей хотя бы первых 30 минут и с глазами игрока. То есть игрок зашел в меню, игрок нажал на кнопку, игрок увидел персонажа, персонажем побежал там, типа нажал на вправо, нажал на пробел для прыжка. Вот прям такое детальное описание, которое позволяет позволяет вам нарисовать картину ваших начальных минут игры в таком очень-очень ключе подробном. Эта подробность вам поможет в концепт-документе сформировать в точности, какие у вас будут механики, что лучше отринуть, как лучше будет играться, до какой аудитории и прочее-прочее. Что такое TGF дальше прототип? TGF это Target Game Footage, он также называется Fake Game Footage. У многих людей возникает вопрос, что это за такая, такая дичь, что за Fake Game Footage. Погуглите, и большая почему-то проблема у студентов начинающих отличить трейлер игровой, готовый, от Fake Game Footage. Fake Game Footage — это заготовка, вообще еще не существует игры, но она уже показывает э, вам, как, как эта игра могла бы выглядеть. Э, вы можете, например, найти, э, скажем, Assassin's Creed. Кстати, Fake Game Footage гуляет в интернете. Э, тут задача, задача в чем? В, в том, чтобы отличать... Э, вот у Last of Us, по-моему, есть тоже, да, был ролик отличать рекламные ролики от фейковых роликов. Фейковые ролики, они обычно ну, выглядят на ассетах, не затекстуренных. То есть, все, все очень хреновенько там выглядит. И такие ролики, они нужны для того, чтобы просто понять, как это будет в будущем играться. Можно сейчас, наверное, написать Target Game Footage. Вот конкретно в случае с Last of Us там, я встречал на конференции Sony. Они показывали куски именно видоса, которые они отправляли своим продюсерам главным в Sony, чтобы чтобы как бы с этим видосом пропичить концепцию проекта то есть фейк э, game footage идея не в том чтобы слить э, это прессе игрокам а в том чтобы внутри утвердить если мы в крупной компании или если мы индики, чтобы э, мы отправили это э, скажем профильным издателям и они оценили проект вот по такому таргет э, game footage эм... Я сейчас попробую на Ютубе ввести. В чем проблема студентов, которые пытаются, скажем так, понять этот термин и ошибаются в том, что они находят опять же, вот сейчас вот посмотрим это таргет, не таргет. Иногда просто опять же, то есть в принципе, кстати, вот это похоже на таргет. Оно выглядит как будто на движке, но на самом деле местами настолько гладенько. По камере даже ты видишь, по всяким эффектам, что кажется, что это они сочинили в каком-то 3D-редакторе. Еще early game, target game footage тоже можно посмотреть. Они очень сильно очень сильно Да, этот ролик с, с ассасином это же да. Это подтвержденная история, что это было такое. Этот... Да, 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 да. да. А, был, она, была... с, она просто она слишком заскрипнованно выглядит для игры, типа какого года? 13-го. Ну, типа, ничего так гладко не выглядело. Не, и... не было, не было абсолютно. То есть, сейчас это кажется, окей, так, так игра и выглядит, но на самом деле нет. Вот был Killzone очень такой хрестоматийный тоже случай, когда на E3 2007 -го года. Показали графику круче, чем в финальном релизе э, игры. Э, релиз там был там, 5 лет, не знаю, сколько там спустя. Э, то есть э, было очень реалистично, очень прикольно, интересно, классно камера себе вела. Одна проблема. Это все, скорее всего, было срендерено в Майке, в Максе. Э, вот, э, идея а, в чем. Справа, справа это то, что было. Это да. то, что рендер, да? Да, да, да. да, да. Там, там даже банально по количеству эффектов видно, что это can, can't be. Да, да, ну то есть ты смотришь такой, вау, нифига, лицевая анимация, там типа, смотрите, как себя ведут волосы, волосы вообще это технология, камон, 2005 год, какие волосы, типа, эти волосы появились в Nvidia Hairworks, когда она начала оптимально делать, вот в RDR, например, у лошадок там гривки, посмотрите на FX, да, это Гудини, ну, то есть это явно очень-очень крутой эффект, который, скорее всего, для PS3 бы оптимизировали без прозрачки, без ничего, то есть это просто слишком много слишком много. И, ну, то есть камера себя ведет слишком классно, так в, в играх как бы она так не адаптируется, так гладенько не бегает, обычно склейки видны, ну, вот. Все вот О. эти такие косвенные, да, косвенные признаки, которые позволяют вам понять, что откуда взялось. Вот не возникало у вас никогда вопроса, типа, откуда такие ролики вообще берутся? Ради конфы, что ли, типа, геймеров обмануть? Нет. На самом деле, скорее всего, этот ролик был послан Sony для того, чтобы получить, ну, контракт с ними эксклюзивный. И они сказали, вот, ребята, вот, типа, вот такая у нас концепция. Вот мы отправили. То, что он был как бы не на движке, они там, скорее всего, уточнили, тебе сказали, Будет так же, они скажут Да, через будь 5 похожа. лет да, будет похоже Все, и ну, они такие а, а можем показать на E3? Ну давайте Типа покажем, и потом начинаются скандалы И прочее, прочее Вот. Так что идея подобных роликов Они обычно для закрытого Показа, вот, ваш фейк геймфутаж И прототип, это то, что Очень хорошо продемонстрирует Насколько будет блистать все-таки ваша концепция Потом вы формируете пидж-дек, опять же, питчи есть Notion документ, который гуляет по интернету. Я его периодически встречаю. PitchDex называется он. Где можно посмотреть, как выглядят пичи крутых студий? Mm. Я бы не стал, как бы брать Диабло, прям потому что это прям уже старый такой кейс, уже когда еще но интересно на самом деле посмотреть, при том, что Диабло это была тогда рискованная игра. То есть, вы представляете себе не существовало Диабло, и вам нужно его пропичить. То есть, что, что, что вы там будете делать в то время, как во всем мире там правят, в том числе и, и open. Как сказать, open world, но текстовые игры. Да, а здесь будет графическая в зометрии с еще и акцентом на синглу, при этом почему это должно быть интересно, вот почитайте, как бы забавная история. Есть очень хорошие компании, которые вот с Юри, например, подписалась, ребята тоже канадско-русские, вот у них красиво оформленный пич. Вообще, что отличает пичдеки, это обычно хорошее оформление, потому что никому не хочется, будучи человеком занятым, тратить кучу времени на чтение полотен текста. Поэтому всегда нужно включать в свой пичдек трейлер какой-то, либо фейк гейм сюда же, прям на первую страницу. Ваши фичи USP, ваши, ваши маркетинговые анализ какой-то, если у вас уже был запуск на Kickstarter, и у вас есть крутые соцсети или какие-то гифки, твиттеры, которые собрали много а статы, это лучшая страница, чтобы об этом рассказать. Ваш бюджет и ваши планы продакшена. Тут, кстати, уже заклеили, видите. Видимо, какая-то секретная секретность была в родмапе. Вот это и есть родмап. Родмап это обычно вот такая полосочка жизни вашего проекта, в которой написаны года и каждый этап. Если мы с вами сейчас рассказывали о том, что вот существуют некие этапы разработки, то эти же этапы разработки можно положить на одну линию хронометража времени. Я, я кладу обычно это в Визла. Такой есть инструмент Визла, который позволяет вам рудмапы делать. И вот так вот она таймлайн будет выглядеть. Вот тут у нас там будет препродакшн, вот тут у нас будет Наш вертикальный срез, вот у нас тут демо будет, и кикстартер например, здесь будет альфа, бета, ну и ланч. Ну, то есть, вы можете это все раскидать. Раскидать для того, чтобы показать, мы понимаем, о чем а, дело. Но раскидывайте вы это не от общего к частному, а от, наоборот, от частности. И вот такой частностью важной является vision документ, о котором я сегодня хотел поговорить. Вы с него начинаете. Вижен документ он отражает курс игры а, с рефами. Вот, я там не знаю, люблю вот такие игры, хочу э, сделать такую же, но исправить в ней вот то-то и то-то. Вот это и есть ваши рефы. Эти рефы, они уже, скорее всего, принесли какие-то деньги. Вы можете оценить, сколько они принесли. Вот, например, когда мы делали гриппер э, э, Vision, мы смотрели на игру такую, как Fury. Fury, опять же, э, вот. Босс-файты, э, некая анимешность, некая хардкорность И вопрос такой, принесла ли эта игра деньги э, Соответственно, я захожу на Steam Spy, захожу в Fury, смотрю... Э, я смотрю OVNERS Я смотрю OVNERS, это, естественно, не продажи Это может быть и активации бесплатные, но в целом э, дает мне какую-то картину диапазона, да это довольно хороший диапазон для Индии, это прям успех, и цена довольно высокая, 20 баксов. Следующий мой э, реф был Редимер, тоже такой кибер... Ой, извините, не Редимер, Руинер. Тоже такой киберпанковский проект, 20 баксов, кстати, стоит. И тоже такие же цифры. Вот это прикольно, что я фактически представляю себе в голове какие-то проекты, я попадаю в более-менее а, один класс. Этих проектов Это и есть мой конкурентный анализ Который я в конце концов собираю У Raw Fury есть замечательная таблица В определенную таблицу Publisher docs Анализы конкурентов Которые делают, если вы попадете к хорошему паблишеру За вас это могут и сделать Но на самом деле, чтобы попасть к паблишеру Вам уже надо что-то хорошо сделать и показать И в этом такая противоречивая ситуация, что вам уже надо хорошо уметь, чтобы попасть к хорошему паблишеру, а с другой стороны, хороший паблишер вам бы это, может, и, и помог сделать, но нафига, вы и так это можете. Вот, вот, вот такая штука. Паблишеры не дураки, и они прекрасно прекрасно понимают уже что проект потенциально может выстрелить не может выстрелить за редким исключением есть у Намка Банда есть даже у Devolver Digital довольно такие кейсы скажем дешевые с плохим с плохим пиаром, которые провалились в продажах. Здесь можно сейчас открыто, на самом деле, на сайте Raw Fury, почитать и посмотреть. Кстати, я вижу, что они, скорее всего, закрыли... Закрыли конкурент... А, нет, не закрыли, вот он. Пожалуйста, здесь есть по ключевикам анализ конкурентный, а еще у меня есть... На курсе можно посмотреть, будет. Я даю редкие документы от других паблишеров, которые я копил на протяжении нескольких лет, которые позволяют вам сделать полностью по ну, некому шаблону анализ конкурентов. Да, 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 плюшечки. В чем значит фишка этого анализа, почему он вам может быть полезен? В том, что когда вы начинаете говорить с издателями, вы начинаете говорить языком цифр. Вас будут, вам будут задавать вопросы: а какую вы хотите цену, цену поставить? Почему? Почему вы считаете, что она купит ваш бюджет заявленный. Почему нам выгодно будет вложиться? Издатели это не, скажем так, не богадельни. Они хотят отбить то, что они вложили в вашу игру по деньгам, а именно бюджет разработки, плюс еще сверху заработать, потому что они тратят время и экспертизу. Соответственно, вам нужно сделать э, конкурентный анализ, чтобы сказать хотя бы вот, смотрите, там игра Fury заработала столько-то, а еще три игры в подобном киберпанк-сеттинге с таким экшоном, э, хардкорным, как у нас будет, тоже заработали такие деньги по такой цене. Мы таргетимся на это же плюс Switch, потому что мы видим, что нехватка там типа на Switch подобного рода игр. Вот э, эта штука, она получается благодаря анализу и э, Vision документ он возникает не столько из... У меня есть игра «Суть такова», а из того, что мы видим на рынке нишу, которую можем занять и э, можем быть конкурентоспособными там. Vision документ, он э, должен также показать, в чем глубина вашего проекта, то есть какие, какой потенциал развития. Он должен создать некий оплот фокуса. Что такое фокус? Это, <coughs> это скажем, э, то, э, что вы держите всегда в уме, когда делаете проект на самом высоком уровне, при этом люди, приходящие на этот проект, они должны точно получить от вас указания в несколько предложений, на чем вы фокусируетесь. Например, бой, э э э кастомизация, открытый мир. Вот типа вот этот оплот фокуса, э он у вас излагается в вижене в виде э столпов дизайна. Vision вводит основные понятия, которые вы используете в последующем в документах Ну, например, у вас там, не знаю, вселенная, которая называется параллельный мир Что такое параллельный мир? И вот вы там описываете Параллельный мир — это вот такое измерение, куда люди попадают там И могут творить, что хотят в нашей игре люди, Любой человек может стать супергероем, ну там и так далее, и так далее Он служит новым сотрудникам Он э, служит также и издателям, и инвесторам, когда превращается в пичдог Кому нужен Vision? Да, инвесторы, уже я сказал, издатели, художники, потому что они будут арт-библию по нему рисовать, геймдизайнеры, потому что они будут по нему разрабатывать концепт-документ, более детальные, более подробные документы. И отдельные спеки на фичи и маркетологам, потому что они будут это толкать, потом разрабатывать из этого компанию, например, окей, как там мы будем двигать эту игру, она похожа на что? Может быть, мы найдем аудиторию, которая любит это, и запичем ей, ну то есть они это должны понимать. Зачем вам нужен Vision? Вам надо не забыть самому, что вы делаете, потому что часто бывает, вы начинаете одно делать, потом делаете другое, походу это большая ошибка. Вам нужно не повторяться, когда вы начинаете объяснять людям одно и то же по 10 раз, например, вы рассказали одному человеку в Дискорде, потом второму, вы устали весь день рассказывать. Так вы просто сослались на этот документ и говорите, все читаем, там вот наш Vision он помогает вам кристаллизовать идею, потому что, ну, часто бывает так, начинается у вас какое-то настроение, например, крипер начался с настроения, у меня есть тачка в пустыне и след шлейф пыли за ней. Но это вообще не игра, ну, то есть вы понимаете, что это просто какая-то картинка. А как ее кристаллизовать, нужно вот постепенно формировать какие-то новые фичи. Окей, тачка что? Может быть, у тачке есть крюк. Крюк он по физике болтается там. Окей, этим крюком она делает что? Вот. И вот эта вот кристаллизация идеи она вся внутри vision. И э, на vision можно потом ссылаться. В отличие от ваших слов, этот документ это часть процесса производства игры. Это такая же важная часть, как не знаю, замоделить или написать физику машины. Это тоже важный э, кирпичик в фундаменте вашего проекта. Фокус. Фокус проекта, э, я вот уже упомянул этот термин, геймфокус, это та вещь, которая обычно у опытных продюсеров есть и у начинающих отсутствует. Э, это значит, как понять, что отсутствует фокус, когда человек говорит, окей, мы делаем экшен, э, и ты спрашиваешь, экшен про что? Ты такой, ну вот, можно будет грабить караваны, еще эльфы набегают, и там дворцы и тогда так Ты такой, подожди, какие дворцы? Ты же говорил, типа, экшен. Так ты кем там играешь в экшене? Ну, ты можешь там за этого играть, за того. Типа, вот у тебя расфокусировка, да? Эээ, найдите... Найдите главные, как бы компоненты вашей игры, без которых вот она вообще не будет работать, и определите их. Определите их лучше всего определять относительно других проектов. Например, это Dark Souls только пиксельный с видом сбоку. Ну, то есть это хорошее начало для того, чтобы обрести фокус. Его трудно найти его легко потерять и его возможно забыть, к сожалению, возможно забыть, да. Как цитаты в ВК говорят, меня невозможно забыть. Вот фокус, возможно, потому что вы там начали, увлеклись там очередной фичей, и вам кажется, что она еще круче, и вы такие, типа, блин, вообще, что мы делали, экшен? Да нет, не экшен, на самом деле мы делали стратегию. И это признак того, что все идет не по плану, и все идет, скорее всего, к тому, что ну, проект не выстрелит просто потому, что вы потонете в фичи крипе, это когда просто генерятся фичи ради фичей, и потому что все прикольно. Нет. Все прикольно не может быть. Ваша игра начинает с вами говорить, когда вы написали ее вижен. Вот тогда она может начать вести с вами диалог, и она будет направлять вас. Структура вижена. Это конкретный документ, состоящий из конкретного количества пунктов. Вот, вот он. Вот они эти пункты. Смотрите, вы можете каждый пунктик делать э, отдельной страничкой Это небольшой документ В нем э, нет какого-то колоссального количества информации подробной Это обычно документ на страничке 4 э, Вот так вот Это э, иногда делают вообще Vision начинают с OnePager на одну страницу Потом делают... Э, там 10-пейджер, 10-страничный концепт документ. В вашем случае я предлагаю страницы 4 делать хорошо оформленных с картинками. Суть игры, первое, что вы на. Ну, первый слайд может быть за название вашей игры. Вообще, как бы вы там его назвали? Следующий слайд суть игры. Суть игры, мы с вами сейчас вот смотрели в хороших пичдеках. Вот здесь about. Вот здесь, вот этот About раздел это как раз суть вашей игры вот он обычно у всех есть он там в разном порядке бывает его делают но в основном хорошо бы сразу хорошо бы тут вообще не оформили нормально на самом деле мне больше всего нравится мне больше всего нравится документ именно вот этих ребят с backbone потому что у них там четенько все понятно все все ясно. О, а можно я прикольный вопрос подцеплю? Да. Спрашивают: а где эта грань между доками продюсера и доками главного геймдизайнера проекта? А, грань такая, что вообще вы, если задаете видение проекта, вы на самом деле продюсер проекта. Вы не ведущий геймдизайнер. Если вы спускаете видение на кого-то, то есть вот вы такие э, слушайте, мы делаем экшен рпг суть такова набегают эльфы. Вот это ваше видение, это видение продюсерское. Даже если вы там себя называете ведущим геймдизайнера проекта, если вы его задаете, вы уже становитесь продюсером этого проекта. Продюсер это не человек, который вы правда продюсеры у него есть диван, да, и он можете отпродюсировать. Это человек, который производством заведует. Он он держит в голове от до идею носитель ее. Он vision owner он продукт он главное лицо последнее, к которому приходит, когда есть раз, разночтение. Типа, а мы все-таки делаем RPG или мы делаем Adventure? И продюсер говорит, мы делаем Adventure там, потому что у нас для RPG слишком мало элемент. Например, Киберпанк там у них, они позиционируются, даже, по-моему, они сейчас везде пишут, что они не RPG. У них есть RPG элементы, но, типа, они себя как позиционируют, как Adventure. И с Action Adventure. Соответственно, такие решения позиционирования вашего проекта их принимает продюсер. Он, продюсер, спускает эти решения с помощью документов верхнего уровня, которые передают как раз вот эту суть геймдизайнерам. Геймдизайнеры уже потом сидят и расписывают. Окей, там, типа концепт-документ нам нужно написать, нам нужно наши циклы показать, нам нужно показать, какие у нас будут элементы прогрессии, там, валюты внутренние, наши ресурсы, которые мы собираем. Вот это все это уже более глубокий уровень проработки концепции, это можно и нужно спускать продюсера на геймдизайнера. Но задача продюсера охватить как можно больше своим видением областей. То есть э, видение продюсера захватывает арт, видение продюсера захватывает тег, оно захватывает звук, потому что продюсер решает, у нас будет бинауральный звук, как в Hellblade, или мы не будем его делать он оценивает косты на этот бинауральный звук и насколько эта фича может быть в итоге продающей. Или мы ее катим. Вот. Это делает не геймдизайнер. Геймдизайнер, он занимается конкретной работой. Вот мне очень нравится на маджетах геймдизайнера. Я нашел старенькую такую статью, рассказывающую о том, как работает дверь. Геймдизайн двери, <laughs> проблем дверей Вот, она, эта статья, она гениальна тем, что э, описывает без лишних прикрас, прикрас работу дизайнера Работа дизайнера очень прикладная Это описать, вот, э, окей, вот, кстати, в вашей игре есть двери, это даже не геймдизайнера работа Это продюсера Продюсер пришел, сказал, э, в нашей игре есть двери ты придумай там, как они работают. Если это лид-дизайнер, он может автономно, он даже может распределить между дизайнерами другими задачи. Если это синьор-дизайнер, он может автономно взять эту задачу полностью. Ему на уровне э, такого верхнего уровня описания типа: в нашей игре будут двери, двери будут использоваться как оружие и также как укрытие. Опиши документ. Лид-дизайнер садится и пишет. Точнее, лид-дизайнер дает uh, дизайнерам другим, которые сядут и напишут Сеньор-дизайнер может это целиком в одиночку написать John, uh, Может дать части джун-дизайнерам, лид uh, распределит эти части Потому что лид и сеньор, это примерно по уровню uh, экспертизы одинаковые Но у лида есть еще и менеджмент функции, он еще кидает на дизайнеров. А продюсер это вообще менеджер топ-состава. Это топ-менеджмент топ э, компании, который еще более абстрактно задает задания. А у нас будут двери, и надо сделать, чтобы они хорошо работали, не хуже, чем в Call of Duty, например. И вот вы такие начинаете. Окей, дизайнер такой садится. У нас дверь будет от тебя или на тебя открываться? Лучше от, потому что ты бегаешь в игре быстро, не надо тебе типа, помешать игроку. Двери у нас будут декоративные. То есть вот, вот эти вот уже как бы детали дверей... И тут, кстати, есть хороший пример на дверях, опять же, креативный директор, если что, это продюсерская роль. Креативный директор — это такой частный случай продюсера, по сути дела, Кори Баллок, Хидео Кадзима и там, не знаю, Нил Дракман, которых рекламируют на курсах геймдизайна, они вообще не геймдизайнеры, не валялись на курсах геймдизайнера. Это креативные директора, это продюсеры гораздо больше, чем геймдизайнеры. Поэтому не ведитесь на курсы, которые вам говорят, типа стань геймдизайнером, посиди там в кресле Кадзимы. Нет, Кадзима это другая роль, вообще это креативный директор. Вот И видите, креативный директор определил или продюсер. Что нам нужны двери? Он точно знает, потому что он посмотрел на анализ рынка. Сейчас все делают двери. Двери хорошо заходят игрокам типа киллеры, потому что они там типа любят через двери убивать и так далее. Дальше. Видите, пошла работа. Запланирую. Геймдизайнер. Я написал документ. То есть он сидит, пишет документ. Как эта дверь открывается наружу, открывается внутрь, ломается, не ломается, двигает тебя, не двигает, врага двигает там типа. То есть супер прагматичный вопрос. Если вы занимаетесь конкретными прагматичными вопросами реализации дверей, вы геймдизайнер. Если вы даете направление, в котором говорится, что у нас будет, вы продюсируете как бы эту всю историю, Это продюсер. Соответственно, структура вижена. vision, vision это продюсерский документ. Если у вас в команде нет продюсера, а вы только геймдизайнер, значит, вы продюсер, скорее всего. Потому что вы будете... Ну, такой продюсер, который Индии и все сразу. Вот, вы в любом случае должны это делать, потому что вы будете спускаться с этого документа до более предметных, детализированных документов. Суть игры. Значит, давайте сразу поговорим про пункт номер один в Вижене, Это суть игры. Она еще называется Essence Statement. Вы можете встретить Essence Statement и совершенно различных игр в странных блогах разработчиков обычно. Разница с стейтменда и печа и теглайна в том, что это не маркетинговый булщит, это чисто техническое определение вашей игры. Обычно оно в одно предложение. Оно для внутреннего использования, она раскрывает цель проекта. Фактически, ну вот в чем прикол вообще этого проекта, в чем суть вот вы берете одним предложением поясняете, и оно же это предложение пояснит, чем вы отличаетесь от того множества выходящих, ну на стиме там типа два десятка игр выходит каждую неделю. Окей, чем вы отличаетесь от них? Вот суть вашей игры она передает как раз то, чем вы отличаетесь. И она не маркетинговая. Она не про то, чтобы там, типа, продать вашу игру. Она может вообще не включать себя в сеттинг как таковой. Она как бы выражает вашу внутреннюю мотивацию сделать этот проект. Почему оно будет интересно, как вам кажется. Вот Nuclear Throne, например, Essence statement свой определяет так. Мы делаем типа топ-даун шутер, который будет приколен э, для нас как создателей, в котором можно будет тоже прикольно играть. То есть можно делать типа 3 года игру, и в конце трехлетнего цикла, если это линейная игра, она вам так надоест, что вы не захотите в нее играть. Nucleothrone, поскольку она э, процедурно генерируемая и с огромным количеством оружия, которое постоянно выпадает и дает разнообразие, она вот прикольно для создателя. И это было в сути игры. Естественно, как пич это не работает. Потому что, ну, типа, кому она, откуда мы знаем, что вообще вам интересно. Нам это, как игрокам, вообще пофигу. Вот, соответственно, Essence Statement это внутреннее. Luft опять же, лучший пилот в мире. Ты будешь лучшим пилотом в мире. Или, как я слышал в одном из рассказов о Рами, типа, хочу передать чувство свободного падения. Опять же, для игрока это не очень интересно. Для вас это очень важно, потому что вы будете команде рассказывать, а что вы хотите вообще в этой игре? Вы такие. Я хочу GTA, только для мобильных устройств, и вы полицейский. Ну, то есть, вот как бы, вот суть. В принципе, суть понятна. Ridiculous fishing там очередной пример. Почему я брал тут проекты? В основном все из одной компании в Ламбир, потому что, как ни странно, очень мало информации в интернете о том вообще, как суть определяет Essence Statement. Люди обычно эту информацию не расглашают, потому что, опять же, она не маркетинговая, она это какие-то внутренние цели компании, выраженные в виде одного предложения. вот, например, Super Crate Box, если вы играли, это довольно забавная игрушка, в которой суть это типа, мы не хотим, чтобы люди кемперили, мы хотим заставлять людей механиками постоянно двигаться. Потому что на тебя там просто падает сверху что-то. Если ты сидишь и кемперишь, все, ты, ты дохнешь. супер крейтбол. То есть вот в этом клевая идея, в том, что мы передали в одно предложение, типа, что вы хотите. Пич. Uh, Чем отличается пич от uh, Essence Statement? Тем, что пич отвечает, опять же, пич это в русском, в английском есть несколько разновидностей пичей. Три на самом деле. Это high concept, это elevator pitch, вот, um, и low concept. В русском обычно все это печом называют. Хай концепт это что если. Мы отвечаем на вопрос: что если там э, Безумный Макс встретился с Зельдой внезапно, вот как это будет выглядеть? Э, он ищет обычное в необычном. Э, то есть, например, э, Обыденная жизнь супергероев. Это часто вот э, такой прием, скажем. И наоборот, необычное в обычном. То есть, э, скажем, э, Kintaki Zero это мы доставляем обычную посылку, но внезапно погружаемся в какое-то мистическое путешествие. Да? Вот, вот это необычное в обычном, это всегда частый способ показать крутой хай концепт Вот я сейчас вам покажу примеры того, как отличается essence statement нашей игры Gripper от high concept и от elevator pitch. Essence statement, опять же, внутренний для нас в одно предложение. Машинка с крюком рвет боссов на части, Потом этими же частями добивает. Хм. То есть... Это было прикольно. Ну, то есть, когда я начал людям рассказывать это, особенно разработчикам, они такие, блин, клёво, короче, мы там, типа, сделаем физику, ты там отрываешь. Там, ну, то есть, у них сразу рождается какая-то идея, там, как бы, а как это будет работать а, в, в, в механически, как, какие мы можем выходы сделать. На самом деле, вот этот essence statement это очень клёвый инструмент того, чтобы начать раскрывать свой vision, свои столпы дизайна, свои вот последующие, части э, высокого уровня документа. Почему? Потому что вы сразу начинаете здесь определенные ограничения нащупывать. Например, у вас машинка с крюком рвет. Окей, значит, механика вырывания должна быть основной. Где еще были механики вырывания? Может быть, мы в God of War возьмем крюк. Как он там работает? Почему в большинстве игр у нас все равно есть range combat и мили combat? Не фокусируемся ли мы только на одном типе комбата? Может быть, нам что-то добавить? Как еще исправить там вот это? Там, ну, то есть ты начинаешь сразу крутить в голове кучу различных э, механик, которые ты можешь пристроить к этому своему, к этой сути и понять, насколько она будет работать. При этом High Concept вообще другой. High Concept — это типа брутальная смесь Безумного Макса и Зельды. То есть тут я сразу апеллирую к хорошо известным игрокам сеттингу Безумного Макса и к хорошо известной механике Зельды. Ну, у нас есть Open World какая-то а-ля Metroidvania, где мы собираем какие-то предметы, открываем новые доступы к новым мирам и скажем так, минимум прокачки статовый, максимум через обилки. И некое вот приключение в этом мире. Вот, а что если вот это приключение зельдовское, оно было бы медмарксовской тачки в такой пустыне, типа, безумно. Как бы это работало? Вот как раз что если здесь в High Concept у меня хорошо работает. При этом Elevator Pitch, он уже побольше, там уже есть там три предложения, это уже абзац целый. И пока мы едем в лифте, я его успеваю проговорить издателю. Вот он уже включает гораздо больше таких насыщенных, мощных э, образов. Например, Блудносом Безумного Макса Зельда. Ролевой боевик на тачке с крюком. вырываете из боссов сердца с голосами родных. То есть, ты такой, бам, типа, безумно Макс Зельда. Ролевой боевик на, с, крю с крюком, типа. Ну, то есть, как, такая нагрузка образами, где каждый последующий образ, он должен по-хорошему, создавать у тебя все больше вопросов и типа желания, покажи мне это, как это работает, типа, серьезно, у тебя вот так вот, там у тебя будет типа тачка с крюком, а она будет, сер... какие сердца, типа, с... какие еще сердца, что-то типа, вау, типа, ну вот, вот как бы, э, у меня, э, возможно, не лучший пример в плане того, что слишком перегружено, но есть э, клевый пример, high concept э, в... из кино, это, например, э, когда выходил чужой, первый чужой, они его пичили как «Челюсти в космосе», потому что до этого уже вышел триллер «Челюсти» про безумную акулу, которая пожирала людей там и борьбу людей с ней. И... А что если акула это она в космосе, она какая-то типа тварю, тварь, а ты не на лодке, а лодка это космический корабль. Ну то есть типа, вау, перенесли новый сеттинг и уже стало по-новому совершенно звучать. В этом смысле High Concept хорошо работает, когда что если. И когда два. Один сеттинг, а другой это типа механика. Теперь, когда у нас есть Essence Statement, у нас есть High Concept, у нас есть некий Elevator Pitch, мы начинаем думать, что из этого наше основное, на чем держится наша игра, и нельзя как бы это убрать, если мы уберем, все разрушится, вообще не будет игры. Это называется столпы дизайн. Обычно их три три столпа дизайна, а три колонны, на которых держится вообще вся ваша игра. Если, повторюсь, если вы в процессе видите, что какой-то столб вашего дизайна рушится, значит, скорее всего, у вас все плохо это такие вещи, которые должны быть неизменны, которые говорят о том, что вы держитесь, придерживаетесь какого-то направления, а не меняете безумно все. Вот в God of War, например, ну, в God of War как раз были такие три колонны. Это бой, это отношения отца и сына, и это exploration изучение. Вы можете заметить, что Новый God of War гораздо в плане exploration а более глубокая игра. То есть там есть хаб, там есть какие-то путешествия, перемещения, поиск коллекционных каких-то механик, которого не было вообще в старых God of War, где был лекшон, просто бегаем по уровням и все. Комбат. Опять же, здесь очень много построено на механике топора новые, новые оружия мифические, опять же, новые существа, которые так это обрабатывают. То, как насколько у вас анимация работает тактильно дает клевый фидбэк. И то, насколько у вас в бою используется компаньон, это ваш сын, типа, который постоянно. Вот это вот части все дизайн пилора комбата. И отношения Human вот они участвуют как в сюжете, так и в геймплее, потому что вы так или иначе используете сына в бою. И э, должно быть все это правдоподобно Вот эти три как бы пиллера, они с самого начала с первых роликов можно их увидеть, там они начинают говорить, окей, мы хотели перезапустить серию, чтобы это стала серьезная история для людей, которые выросли, им уже 30 лет, им уже не интересно просто убивать, у них дети, типа как э, отчеловечить Кратоса для этой аудитории. То есть они уже понимали свою аудиторию, они понимали, что нельзя сделать в наш век тот же самый God of War, который был там 30 лет назад, это так не сработает, потому что эти люди уже выросли. Ему хочется чего-то более серьезного. Рынок игр уже стал более серьезным, там, благодаря Last of Us и так далее. И вот они запускают эту идею, этот пилор. И это очень важный пилор, который они действительно соблюдают на протяжении всех кат-цен, всех механик, всего-всего. И продюсер задает, ну, в нашем случае Кори Барла, креативный директор, который тоже продюсер. А, собственно, ну, там есть вообще никому неизвестный пример Но тут просто прикольно, что просто еще посмотреть на один вариант этих эм, пилоров Они, как вы видите, они обычно такие в один-два слова Они короткие, эмоциональные И дальше вы можете чуть-чуть расписать, раскрыть, так сказать А что же каждый значит Из пилоров, то есть у вас один-два слова на характеристику, собственно на название этого пиллера не более трех столпов. Обычно три столпа там, э, вспомните Трифорс на GDC показывали замечательный доклад о игре Зельда Breath of the Wild. Там, как раз, говорилось о форс э, и вот о том, как они нарушали э, заповеди Зельд предыдущих, возвращаясь к истокам. То есть нам нужно ощущение эксплорейшена, и вот тут как раз они там тоже весь доклад вообще построили на, так сказать, их символе, вот этот вот Трифорс, это зельдовские очень такие символы, и они на самом деле изобразили э, три столпа дизайна, просто их так очень озаглавили. Экзотично. Э, опять же, в чем сложность столпов дизайна, и почему их часто упускают в документации, потому что мало про них говорят. А они, тем не менее, во всех крупных студиях используются. Они не меняются, даже если рынок изменился. То есть там внезапно стал популярен жанр батл роялей, но вы делали игру вот про отца и сына, про комбаты. Вы не будете сейчас добавлять туда Battle Royale. Это плохое типа продюсирования. Это из разряда вот непрофильный инвестор, который стал продюсером, который пришел и сказал, слушайте, я поиграл в Ghost of Tsushima, а, и теперь мы делаем головоломки, как там, мы делаем там еще что-то, как там. То есть, и ты такой, подожди, мы же вообще говорили, у нас не будет головоломок. Такое, типа, Ну, мне понравилось. Ну, это прикольно. А можешь, кстати, рассказать, как часто такая история происходит, когда люди, которые по сути инвестируют в этот проект, начинают вмешиваться, используя лазейки там, в документах, если были документы, и начинают навязывать какие-то там новые штуки, которые вообще не вяжутся с изначальной задумкой людей, которые стоят у истоков разработки. Вообще я часто очень встречался с тем, что непрофильные инвесторы, заинтересованные в играх, которые вот прям хочу-не могу сделать свой собственный Baldur's Gate или еще что-то, mm -hmm. внезапно начинают, при том, что вы продюсер, как бы начинают вами помыкать, потому что у них деньги в этом случае, ну вот как мне видится, вы либо устаете от этого и уходите в профильные инвестиции, то есть у вас будут фонды типа Cool Nights, которые финансируют именно игры, или издатели, которые будут финансировать вас и прекрасно понимать. Ну, то есть у них будут внешние продюсеры, которые так или иначе будут на вас влиять, но, по крайней мере, они будут понимать специфику, они не будут гнать дичь какую-то. Либо вы продолжаете набивать шишки на непрофильных инвесторов, и тогда вы готовитесь к тому, что вас, скорее всего, будут отодвигать, будут ставить каких-то свои. А это мой там, типа, кореш хороший, он там типа поможет с продюсером И он там сидит и просто начинает увольнять хороших людей, гнать какой-то дичь. И как бы это довольно часто кейс, на самом деле, когда непрофильные люди приходят. Как это лечится, если вы фаундер, и вы обладаете долей? записанной в уставе компании, это очень легко лечится тем, что все, у вас есть доля, вы говорите, окей, типа, я не согласен, мы так не делаем. Это на этапе буквально установление как бы ваших юридических отношений делается, говорится о том, у кого есть право вето, что мы коллективно принимаем коллегиальное решение на троих, никто не может там отдельно, и если что-то мы разрываем, и типа каждый уходит, и это никому не выгодно, потому что, ну, деньги были проинвестированы, и фактически они их потеряли. Если вы хотите... Ваша, ваша задача здесь убедить человека, который дает вам деньги, в том, что в его же интересах дать вам необходимые полномочия для того чтобы реализовывать вашу, э, ваше видение и не ломать это видение вы можете учитывать его идеи ну, то есть хорошие идеи могут поступить от кого угодно но э, этот человек не умеет права вмешиваться у меня были кейсы где ну просто где-то посередине собственно директор фирмы он же человек который дает Инвестиции, брал и там что-то Менял и это все очень плохо кончалось Ну то есть в, в процентов 90 случаев это плохо кончается Здесь это просто какая-то ошибка выжившего Где люди прошли Через production hell как Atomic Heart И типа При этом зарелизили Спустя 6 лет Просто это уже новый проект фактически Потому что вся команда уже первая Atomic Heart'а кончилась. И сейчас уже новая команда и она очень опытная И они вытянут Потому что они задавят своим авторитетом. То есть, как бы. Э, можно сказать, что это уже не Atomic Hard тот, это уже новый Atomic Hard. И там э, тут э, такие кейсы, они то там, то здесь. Возникают в индустрии. Там Stalker. Ну, не знаю, Stalker это примерно та же история, где 6 лет, и явно 6 лет оно не делалось, а переделывалось. И это как раз кейс того, что не поделили. Кто-то что-то захотел сделал, И обычно хороший индикатор того, что люди не понимают в продакшн. Люди просто не понимают, как строится производство игры, почему нельзя на ходу ничего менять, почему то, что мы застолбили, оно должно быть. Даже если нам это не очень нравится, ну, типа, это работает. И... Это, в этом есть фан, то есть тесты показывают, что в этом есть фан. На это будет аудитория. Да, это там, типа, уже не совсем ваша идея, потому что проект задает определенное направление, куда лучше ему идти. Но с другой стороны, возможно, вашей идеи не было. Возможно, вы просто себе не до конца представляли. Есть такая ловушка, типа, в голове нарисовать себе, ну, совершенно мечту. А реалистично к ней не подойти. И для этого, кстати, в анализе идей в нашем блоке у нас есть несколько методов, в том числе метод Диснея, который про через три линзы вашу идею пропускает. Я не говорю про линзы там Джесси Шелла, я говорю про самые простые три линзы. Это первое мечтатель, второе это, собственно, реалист, а третий, это пессимист. Вот если бы каждый продюсер Непрофильный пропускал бы свою идею Хотя бы через эти три линзы Поверьте, было бы куча проектов Которые бы в конце концов бы выпускались А не заканчивались тем, что они заморожены Или проданы и так далее Поэтому вы как минимум Будучи профессионалом Своего дела как продюсер Должны держать в уме, что Столпы дизайна это неизменное Они Отличаются, они вас отличают Кстати, и они запоминаются Помимо столпов дизайна, э, вот этих трех, которые скорее больше для игроков и на игроков на рынок направлены, есть еще ваши внутренние убеждения, называемые ценностями. Они э, покрывают те области, которые не покрывают столпы дизайна, и они скорее раскрывают ценности команды и компании. Они не отвечают на вопрос, что мы делаем там, отношения от со сосы, на комбат и так далее, но скорее на вопрос, как мы это делаем. Например, Вашей ценностью может быть, что мы делаем игры в коопе, как сейчас вот и Takes Two вышло, да? Фарс, который делал mm -hmm. до этого... Лисов. да. Да, да. Который делал до этого игру Brother, um, Tale of Two Sons, да. а, а после этого и Way, Out. Way Out. Да. Вы можете... Ливанский по... тигр из Electronic Arts. Вы можете по его играм понять, что у него есть ценности? определенные например кооп first ну типа кооп вот это его явно ценность которую он пропагандирует уже на третьем проекте да вторая его ценность это синематик, ну типа он сам из режиссуры он ненавидит uh -huh. своего рода этот рынок как бы режиссерский но при этом он использует все приемы которые там есть ну там если вы сейчас откроете A Way Out и вы откроете и Takes two, несмотря на разницу сеттингов, вы поймете, что ценности, в принципе, качуют из проекта в проект. Ну, то есть, первая ценность — это мы даем experience опыт для двух людей, которые в ходе игры объединяются. Ну, то есть, они непосредственно всеми механиками заставляют вас действовать сообща. То же самое в It Takes только аудитория здесь уже не там брутальные мужики, бро, там типа, эй, там, давай убежим с тобой с тюряшки, там, брошка, там, типа, выпьем пивка и прочее, да, а такой, типа, дорогая, может быть, попробуем выяснить наши отношения в игре, типа, и постепенно они там, ну, как бы, понимают, что они какие-то общие ценности шарят. Оказывается, им там нравится может быть, им нравятся игры вообще, может на этом они сходились. Но типа, вот, вот те пары, которые играют. И вот ты 2 это как раз про это. И, видимо, опять же, рост дай 2 с вот этого брутального предыдущего экшена, он связан с ростом внутренним Фараса, что он там отцом стал, не знаю, больше. Это как Кори Барла, который сделал Кратоса отцом. Это же благодаря тому, что у него сын родился, то есть у него эти мысли возникли. И вот эти мысли это ваши как раз ценности. И они покрывают какие-то области. Например, я хочу, чтобы мои игры были про взаимопомощь. Или как в отлично кровь, пот и пиксели, цитата, опять же, создателя Stardew Valley, его игроки очень сильно советовали сделать: вот у вас есть коровки, которых вы можете выращивать, сделайте так, чтобы из этих коровок можно было бы добывать мясо. Ну, то есть, их убиваешь, и они как бы идут на мясо, и это при, в принципе прикольно, у тебя же ферма, ты там такой, типа, делаешь себе еду из коровок. И тут он вроде такой: ну блин, все просят, вроде логично, и как бы вкладывается в механику, очень хорошо. Но потом такой э, нет, я это не буду делать. А почему? И вот тут интересная, интересная идея о скрытых ценностях возникает. О том, что не всегда, когда вы их формализовали в начале, они у вас видны. Но в какой-то момент вы такие, типа, а добавлять ли мне эту идею или нет? И такие, пожалуй, нет, я не буду убивать коров, потому что я не хочу, чтобы в моей игре с такой милой графикой про добрых животных было насилие. И это вот ваша ценность, которую вы можете ее не формализовывать, вы можете не писать ее в документе, но бац, она у вас всплывет. И если вы ее никуда не записываете, скорее всего, вы периодически сталкиваетесь с вопросом таким ключевым, философским. А мне это надо в игре или не надо? И, и вот если у вас было бы в чек-листе конкретно вашего vision документа написано, что мои столпы такие-то, мои ценности такие-то, как компании, вы бы, вам не, у вас бы не было такого вопроса, типа, окей, я это добавляю? Нет. Я такой зашел, типа, vision пересмотрел. У меня тут говорится, что я не буду, в наших ценностях у меня не насилие стоит, а в моем пилоре это там типа механики социальной для социальной аудитории, ну то есть социализация всяческая. Я хочу, чтобы ты общался с коровами. Я не хочу, чтобы ты их убивал. Коровы это твои друзья. И вот э, эти штуки, они, несмотря на то, что кажутся совершенно такими ну, абстрактными, что ли, с этой абстракции начинаются ваши последующие фундаментальные решения по проекту. И если у вас этого уровня абстракции, верхнего уровня нет, вы в будущем будете э, постоянно буксовать на каких-то ключевых моментах выбора. А геймдизайн, он не про то, что э, там, придумать какую-то идею. Он скорее про то, что у нас есть огромное количество идей, которые сыпятся со всех сторон, там, как говорят с рога изобилия. И нам надо их как-то линзами отфильтровать и понять, насколько хорошо они впишутся и как их вписать лучшим образом. Поэтому ваш Vision документ, содержащий essence statement, содержащий столпы дизайна и ключевые фичи, он отвечает на вопросы, как бы новая идея, она сюда встанет или нет? Она дополнит глубину моей игры или она просто приведет к фичи крипу, то есть расширению количества фичей и уходу проекта ширь, а не вглубь? А хороший дизайн это все-таки проект вглубь, когда каждая ваша идея, она дружит с другими идеями, дополняет, а иногда и умножает, вот как в Зельде и вообще в нинтендовских играх у них мультипликация. Причем мультипликация тут не скорее мультики делать, а мультиплай, то есть умножение. Умножение, принцип умножения, что каждая механика, взаимодействие с другой механикой, все больше и больше порождает глубины, а не уводит вас. Ну, то есть классика, наверное, такой пример, типа, вы делаете крафтинг вы в игре, в которой у вас шутан, там типа со стрельбой, с убийством других. Зачем вы делаете там крафтинг? Просто для того, чтобы он был, значит, вы уходите в ширину. Если вы делаете там крафтинг для того, чтобы строить укрытие, для того, чтобы побороняться, когда по вам стреляют, это углубление механики. И вот, вот эта взаимосвязь элементов, она должна у вас отвечать э, на ваши дизайн pillars и должна кей фичерс. USP часто их еще на Unique Selling Points. Это те вещи, которые уже будут продавать вашу игру для игроков. Ну, там, например, э, кифичей может быть э, супер ультра реалистичное поведение оружия, как то Escape from Tanks пропагандируется, да. Соответственно, причем, скорее всего, в столпе дизайна у них этот ультра... -ре... У них даже начиная со столпа, где ультра реализм, и дальше в ключевой фиче это проработаннейшие модели оружия с консультантом-оружейником. То есть ваши ключевые фичи, они как бы наследуют от дизайн-пиллеров и просто уточняют, раскрывают их и конкретизируют. Вот из этих всех страниц, которые я сейчас перечислил, наиболее, наверное, простые это страничка фактов, которая и то. Она кажется простой, но на самом деле при определении жанра первое. Вы должны понять, что сейчас нет уже чистых жанров. Экшен как такого уже не существует. Сейчас всегда экшен это это там типа survival, это adventure, это еще что-то, Жанра из 5-6 типа компонентов все строится, это MMO, это еще что-то. Ваш сеттинг, сеттинг говорит о том, в какой, скажем так, это не арт-стиль. Арт-стиль может быть мультяшный, а сеттинг может быть просто пок это то, в какой вселенной все происходит визуально. И в, той, в то, как будут в этой вселенной законы работать. Вот это определяет сеттинг. Также для того, чтобы этот сеттинг нормально показать, вы можете исходить из концептов, концепт-артов, например, как это делали в Horizon Zero Dawn. Там фактически выиграла идея художника, у которого был хорошо прорисованный концепт-арт. То есть у него вот этот концепт, он был чуть ли не там. Ну, не такой, это прям это для Адона уже, но примерно там вот, типа, есть у нас некий робот, да, есть у нас женщина-а-ля Трайбл, и она скачет на механической лошади. Это было прям, ну, вот после нескольких прототипов они уже к этому пришли и ну, типа такого. И он очень сильно рассказывает о вашем сеттинге. Очень много, на самом деле. И с сеттинга они пришли к лору уже, к истории мира. Они уже потом позвали. Бывает кейс, когда наоборот у вас сначала есть история мира, предыстория, главное, герои, некие обстоятельства, и вы уже из этой истории делаете сеттинг. Так или иначе, Обе вот эти э, значимые э, компоненты, они есть в вашем вижен документе. У вас есть история с мира, как страничка, где там рассказывается главный герой. Там очень коротко, буквально типа: наш главный герой это пес Смердячий. Он живет в постапок мире, типа в котором хейт царит, и э, комменты, как на DTF с даунвоутами, типа, и также феминизация. Ну, то есть, короче, там, типа, вы начинаете накидывать, э, из чего вообще состоит ваш мир мир, из каких пунктов он вот неотъемлемой части, например, хейт на ДТФ это неотъемлемая часть этого мира. И там такая же неотъемлемая, как белые типа странички. Типа, наверное, чтобы черный хейт, на белом лучше смотрелся. Вот, и это часть уже вашего фирменного стиля и вашего арт стиля, который вы формируете для вашего проекта, благодаря тому, что у вас была вот эта страница, э, страница мира. Факты, помимо этого, включают аудиторию. Аудитория это прям больная тема всех. Я скажу так, я занимаюсь играми уже лет 18, наверное, как инди-разработчик из этого половину, и, ну, там, скажем, да нет, наверное, больше 12 лет я как инди-разработчик, но в целом я еще и параллельно работал в индустрии уже 9 лет. И работал и с Wargaming, и с Mail.ru сейчас работаю. И могу сказать следующее, что отличает профессионалов от непрофессионалов, это вот понимание аудитории обычно люди, которые только начинают делать игру, они делают для себя исключительно. Люди, которые уже что-то выпускали, они начинают понимать, окей, okay, существуют, возвращаясь даже к Бартлу, киллеры, ачиверы, эксплореры, или говоря о люди, у которых больше желания раскрывать всякие интересности в мире или люди у которых есть больше желания скажем так добиться каких-то признаний вот эти типы игроков вы рано или поздно к ним придете потому что вам нужно будет решать а почему та или иная механика которая вам не нравится внезапно популярна и почему бы она хорошо встала в ваш, в ваш проект. И вот тогда вы смотрите на вот этот граф, и чем быстрее вы определите, к какому типу вы относитесь игроку, тем менее субъективно вы будете при оценке других игр. Ну, то есть я очень часто слышу, как люди начинают говорить: Ну, вот они могли бы там сделать то-то, то-то. Да, окей, типа, давайте пообсуждаем AAA продакшн с всеми возможными ограничениями, которые были у них с нашей колокольни. Нет, вы должны, в принципе, как продюсер, понимать, какие были, скажем так, ошибки сделаны со стороны организации, которые могли бы привести к плачевному этому исходу, и какие были действительно хорошие вещи. Ну, то есть, там, не знаю, взять Anthem, который все обсирают. Там же есть клевые фичи. Какие это клевые фичи? Подойдите к этому вопросу. То есть, когда его пичили, Activision Blizzard явно там не дураки сидели, которые принимали решение, что надо это делать. Да, они там попали в production hell из-за AAA стоимости производства, там, как в Парагоне, да, эпики попали. Очень oh, сложно да. делать такие такие модельки с таким качеством продакшена, это очень дорого. И внезапно мы приходим к тому, окей, что нам надо делать какую-то стилизацию, или если мы делаем, сейчас у нас хороший PBR пайплайн, благодаря тому, что очень много сканов, благодаря тому, что в целом, скажем, движок Unreal хорошо с этим работает, все художники с этим хорошо работают, еще куча тулов, либо Substance, либо Marmoset, которые нам это позволяют быстро делать, гораздо быстрее, чем раньше. И был ли этот тулсет у тех, кто начинал Делать там эти парагоны Наверное нет И вот эти вопросы Продакшн, quality И скажем так рисков И прочего прочего Они должны у вас в голове возникать Если вы хотите думать как продюсера Почему получилось так А не иначе А в чем такие проблемы у игры А какой был фокус, а какие у них были пилоры И вот это очень клево Потому что это позволяет вам Лучше последующим ваш планировать, а главное понимать э, аудиторию, в которую вы можете бить. И вот тут э, очень частая ошибка, когда я даю у нас есть задание на конкурентный анализ, где мы должны составить по шаблону как раз таблицу наших конкурентов. Люди начинают почему-то брать. Э, вот э, мне нравится игра не знаю, в World of Warcraft. Или мне нравится Diablo. И, и, и я ее указываю в качестве конкурента. Типа, ну камон, вы Blizzard, <laughs> у вас есть такие ресурсы. Нет, вы должны искать кого-то более-менее равный вам. Уже есть куча последователей Diablo и куча там, начиная с Вальхаймах и прочих социально ориентированных ММО, там Life is Feudal, которые работают с меньшим бюджетом, возможно, тогда они ваши конкуренты сейчас. И вот, вот это понимание лиги и понимание продакшн костов, которые вы можете себе позволить, это тоже очень хорошая, хорошая отличительная особенность людей с опытом. Опять же, платформы от платформы вы не берете от балды, вы берете, потому что вы видите там нишу. Вы видите, что сейчас, например, на свече не хватает open world каких-то экшен игр после выхода Зельда. Ну, то есть вышла первая Зельда. И все. Таких больших там не было. Ну, там Геншин закрыл какую-то часть рынка. Я, кстати, не знаю, Геншин, если на свече. Или выйдет только на свече. Или еще не закрылся. Со Со соответственно, есть. да. Ну, то есть он закрыл какую-то, удовлетворил какую-то потребность мобильных игроков. В Зельда лайк геймплей. Это очень правильный вывод, который сделали китайцы, когда делали Геншин. Они выпустили специально, хотя это очень дорого, на всех платформах мобильных там, практически сразу, с ПК. Вот, опять же, модель монетизации. Сейчас все больше индиков думают о том, чтобы делать, ну, делают онлайн-игры, там, Вальхайм опять тот же, да, с кучей ресурсов. Почему бы не задуматься а взять из гейм-сервис игр как сервисов, какие-то модели, например, Battle Pass и, ну, да, из Fortnite. Да, это там звучит, как мы там начинаем обманывать игроков. И если ваш стейтмент таков, что... Мы хотим максимально все прозрачно Мы делаем, соответственно, на GOG Игру, и мы не делаем ну, То есть у нас DRM-free И у нас никакой внутренней монетизации Заплати однажды, играй все время Тогда это ваш стейтмент и это тоже часть вашей стратегии маркетинговой Опять же, мультиплеер есть или нет Это очень важный пункт, поэтому он должен быть В вашей страничке фактов Страничка фактов это одна страница, которая просто Жанр, вот это, вот это, вот это ММО, РПГ с элементами Крафтинга И сурвайл, там, т.д. Сеттинг, сеттинг, типа Русская глубинка с хохломой И там матрешками Которые вышли из подчинения Кибернетическими вот, целевая аудитория, соответственно, там, любители сталкера, не знаю, там, еще что-то Ну, то есть вы как бы начинаете накидывать, накидывать, накидывать И причем э, тот, э, тот момент, когда вы будете расти от небольшого индика, который сделал там Сделал свою первую успешную игру, в два человека, и тут вас уже пять человек, вас уже девять человек Когда вы дорастете до 35 человек, вы поймете, что вот этот э, документ, это абсолютно необходимая часть Потому что а, вас все задают вопросы, одни и те же, причем а вопросы, а, а что мы делаем? А на что это похоже? А, что, кстати, конкурентный анализ отвечает. Это похоже на вот эти три проекта: Fury, э, Ruiner и там. Не знаю, Hyperlight Drifter. Э, но с такими различиями у нас крюк, как и основная механика вырывания, мы можем, вырывая части, этими частями их же и атаковать. У нас э, больше акцент на сюжет и у нас вот, ну то есть какие-то конкретные различия в тех и, идеях уже сильных, достаточно сильных вы указываете, а не так, что типа я хочу вот такую игру, она хер знает на что похожа, просто на то, что я в детстве играл и я не могу определить в чем разница. И вы этим самым просто создаете сочинение, а не документ конкретный, который указывает вашу нишу и показывает людям, которые читают это, что вы понимаете, что вы делаете. И вот. Vision это очень важный документ для понимания вашего внутреннего того, что вы вообще производите. И чем больше, тем, чем лучше вы думаете над этим документом, тем лучше вы выражаете, в конечном счете, всем своим коллегам, издателям, кому угодно. А что же все-таки это за игра? Про что она? Что в ней будет крутого? Вот такая вот коротенькая, сжатая, но. Я надеюсь, полезная история про то, зачем Vision. И если вам хочется все это подробнее изучить, понять, что из чего проистекает, то Курс гейм-дизайн! Курс в описании. Да, да. Продюсирование mm -hmm. игр только у нас. Снова. Как ты грамотно подвел. <laughs> да. Человек знает свое дело. Не просто так работает 20 лет в индустрии. На самом деле, раз уж заболтали про курс, давай откроем его. А? Да, и посмотрим, да, что там да, есть. Да, и расскажем. Да. Потому что, слушайте, мне кажется, в данный момент времени нам уже не стоит как-то продавать его, потому что ну, вот эта вот прямая трансляция, да, она сама, себе, сама по себе неплохой контент-маркетинг. Просто представьте, что как много полезного вы узнали здесь за час, и как много вас ждет там за 5-6 да, месяцев, месяцев вообще еще один месяц у нас домашних заданий. В чем ага. значит, большое преимущество этого курса Он максимально охватывает продакшн, пайплайны всех отделов студии? и разного масштаба студий, потому что я работаю сейчас в студии, в которой у нас э, в нашем отделе э, 250 там человек, да, ну там они разбил, разбиты под студии, но в целом 250 человек, да, которые занимаются триплей продакшеном на, на в нескольких студиях там и, и мобильным продакшеном э, тоже. Короче, очень много процессов, которые я подчерпнул из крупных компаний и при этом перенес на свой инди-опыт, потому что я тоже делал игры как в одиночку, ну там не в одиночку, два человека у нас было, до 35 доходило. Соответственно, каждая лекция это у нас попытка моя осмыслить и дать вам конкретную формулу того, с чего вы начнете, какое задание вы будете подводящее упражнение, как это называется, делать для того, чтобы в вашем случае вы лучше понимали, как для себя это же сделать и применить. В конце концов, если вы будете выполнять домашние задания, которых очень много и они mm -hmm. довольно-таки сложные, если вы готовы э, к тому, чтобы стать по-настоящему посидеть в кресле Кадзима, а не вот это типа для там за три часа, да, а понять, насколько это сложно насколько это интересно, насколько это ответственно, насколько это круто, и делать свои, в конце концов, идеи, а не чужие, то э, у вас будет 5 месяцев пройти через этот э, этап производства, каждый этап, на самом деле. Э, прототипы будем делать, создадим, у вас будет играбельный билд э, на руках того, что вы делаете. У вас будет, помимо играбельного билда, понимание того, куда их грузить, если вы не нашли никого, просто хочется выпустить стор и начать продавать. У вас будет это понимание. Как придумывать идеи правильно? Что такое six 636 writing. Что это за методология брейнсторминга? Почему она хороша? она у нас вот на курсе людям очень нравится, типа, как в мире с этим работать, как вы будете писать vision документ, кто даст вам фидбэк, хороший ли этот vision документ или нет. У нас есть проверяющий, есть я, который на фидбэк-сессиях раскладывает по полочкам, почему это работает, почему это не работает. Как делать режиссуру в играх? У нас есть отдельная лекция, посвященная принципам режиссуры из кино, которая используется. Я работал над режиссурой роликов в Wargaming. У нас есть лекция, посвященная аналитике. У нас есть лекция, посвященная расширению команды, сбор команд. Где найти, как найти, почему мы должны использовать максимально студенческие силы. У нас будет у нас закрытая тусовка своя из студентов, которые хотят, чтобы вы к ним пришли, взяли их и дали им свою концепцию и направили их. У нас есть другие потоки, с которыми мы будем делать коллабы, и наши студенты уже некоторые сами начинают коллабиться. И вопрос, кто будет стоять во главе этих потоков, если это не mm -hmm. продюсер? Да? Соответственно, курс продюсирования Это максимально широкий курс Охватывающий и темы артовые И темы мотивации И темы организации работы Гид-репозиторий как поднять Что в нем работает, как работает Как устроены пайплайны Почему мы в геймдизайн отделе пишем Вот именно такие документы, а не другие Как в конфлюенсе мы это все оформляем У нас есть задание конкретное скриншоты из конфлюенса Как у вас это работает скриншот из вашего OneNote или любого Notion, где вы делаете методичку по компании и ваш распорядок дня в календаре. То есть вы упорядочите свою жизнь качественно, потому что я пока это готовил, я упорядочил его довольно сильно. И я могу себе позволить сейчас работать там типа на трех работах. До этого я там, пытался делать свой проект в одиночку просто потому, что у меня не было пайплайнов написано хорошо. Где брать эти пайплайны? Вопрос, типа. Вы можете их годами собственного опыта и ошибок нарабатывать и записывать, либо в кон конечном счете прийти, начать заниматься, делать домашние задания и превратить разработку игр в что-то более-менее э, профессиональное. Кем вы станете, когда вы пройдете курс? Вы можете стать директором своей собственной студии. Вы будете знать, какие этапы вам нужно будет пройти для того, чтобы стать директором студии, да, продюсером своего собственного проекта. Вы можете стать помощником продюсера, если вы придете в крупную компанию, и вы будете представлять себе, какие процессы там ждут. Что такое механизм анбординга? Что такое типа делегирование one-on-one, -on -one, там, синки с вашими подчиненными? Какая иерархия? Вот эти все вопросы, которые у всех возникают, я вот часто, раньше я такая, «давайте я вам сейчас, типа, распишу, как это работает». Сейчас я просто говорю «вот курс, есть интро, продюсирование игр, бесплатное». Просто mm -hmm. смотрите его, нравится вам, кажется, что это плотно, кажется, что вы готовы бомбить, как говорит один блогер известный, и садитесь и делайте курс подробный, полный курс. Причем для тех, Уже кто… Уже ничего да, да. делать не нужно, ты можешь просто направлять людей на контент. Я, да. я тоже так делаю, кстати. Меня сейчас что-то спрашивают, я говорю, ссылочка вот тебе на стрим, Смотри, мой дорогой, все понимаю, все для тебя. Причем а, я, честно, я вообще не продающий чувак, я не маркетолог, но когда у меня глаза горят, я вижу, что типа охренительно мы сделали контент, мы сделали 40, типа мы делаем сейчас 40 лекций с mm -hmm. фидбэк-сессиями и мастер-классами. У нас Саша Хорошавин, человек, который выиграл Unreal Grand Epic, больше 30 штук баксов ему дали за его mm. self-loss игру, он пришел к нам. Он у нас в курсе есть, вы получите к нему доступ к его мастер-классу, который чувак просто типа на протяжении двух часов отвечает на вопросы, а как это в одно рыло сделать. Причем там типа без всяких там, ну то есть это тебе не коммерческий доклад, это прям честный разговор с моим другом Сашей, который мы сделали в рамках курса. При... Помимо этого, это не единственный мастер-класс, который мы будем делать. То есть мы будем как минимум еще двух крупных инди-разработчиков, причем западных. Я добьюсь, и они будут на нашем курсе. Это помимо того, что я там э, делаю с нашими xyz коллабы, У нас будет, типа, мы уже с Сашей Балакшином по C ⁇ который Unreal придет, и он нам тоже кое-что расскажет. И помимо этого, мы же делаем э, джемы внутренние, готовим сейчас джемы. Это значит, что вы э, сможете прямо там уже собрать себе какую-то э, команду. И идея наша в том, что... Это сообщество, в котором вы существуете внутри XVZ -а И э, не теряйтесь То есть у вас сейчас на курсе у нас есть люди, которые приходят И внезапно слишком тяжелая нагрузка Пишите в общий чат, вам люди помогают Вам нужно побрейнстормить, Пишите в общий чат, люди заходят в -э, канал Я всегда вижу, что кто-то там что-то помогает Плейтест а, У нас есть отдельный канал плейтестов Отправляйте, получайте фидбэк на ваш прототип то же самое будет с дипломными работами. Я придумал величайшие дипломные работы, которые будут заключаться. Они будут конкретно в pitch deck и в том наборе документации, который нужен, чтобы ваш проект серьезно воспринимали. Они а так типа, я вот тут делаю какую-то игру. Нет, я не делаю какую-то игру. Я делаю препродакшн готовый. Вот он, мой документ, вот э, моя компания. Вот э, куда мы движемся, наш родмап, вот наш бюджет, вот наш план это все у вас этот набор документов, если вы будете выполнять домашку, Если вы забьете болт, естественно, ничего у вас не будет, типа. Как но... обычно, да, да не да, работаешь, да, не получаешь. Да, да. Но если вы это делаете, вы выйдете после курса новым человеком. Как Энди-Дюфрейм пропадете через футбольное поле дерьма, только не пожрете его, как я пожрал, а чистенько вылезете такую реально. Вот. Ну, типа, если бы у меня была такая возможность, кому я бы сейчас отдал бы за это, типа, э, свои кровные. Но э, у меня, к сожалению, когда я это делал, такого не было. И я рад, что и мы самое сейчас важное... Первые, да. Самое важное, я не сказал, что уровень знаний, необходимый для курса, самый низкий. То есть э, задача в том, что вы приходите, вы новичок, вы хотите, вы как знаете, как, как пустой сосуд, хотите взять и принять в себе знания, то это прям максимально идеальная ситуация и для вас, и для нас. И самое интересное, что курс начинается 15 мая, то есть есть ровно месяц, чтобы подумать, и есть 30% чтобы сэкономить. Напомню, что 30% скидка, она случается очень нечасто, поэтому держите это в уме. Курс длится 6 месяцев, кстати. Да, я да, а месяц домашек. Месяц домашек. Знаете почему? Потому что я заставлю вас каждую грёбаную домашку в течение этого месяца сдать. Почему? Потому что вы тогда выйдете готовыми к тому дерьму, который возникает в игровой индустрии. И идея курса как раз в том, чтобы подготовить вас вообще. У вас, у вас должны быть э, аля. Типа, я вышел и такой, блин, а что мне делать? Куда мне какую кнопку нажать? Смотрите лекцию, типа, как заливать на Ищи, типа, как на Steam заливать. Я такой, типа, мне нужна аналитика Что там вы вообще по аналитике делали? Открывайте лекцию по аналитике, смотрите там. Вот в этом, наверное, сильная сторона курса Если вам это не интересно Если вам там более узкая область Тогда, соответственно, вам не к нам Если вы хотите управлять командой Эффективно выпускать свои собственные игры со сво... По своим идеям Становиться академами, барлогами И дракманами то это хорошая начальная ступень для того, чтобы совершить вход в индустрию. Ну no pain, no gain, да? Ну no, pain нам очень много, курс прям нелегкий сразу скажу. Если mm -hmm. у вас нет желания как бы заниматься тем, что вот этим порою трудным, рутинным каким-то ну, неблагодарным в чем-то, потому что вы будете в конце концов тот человек, на которого полетят все шишки, да? Вот uh, No Man's Sky. Как бы кто uh -huh. виноват, естественно, как бы автор идеи. Он, он на трендел везде. Он не организовал. Ну, то есть, вы будете в конечном счете последним, кому прилетает, да, и да. точнее, первым, кому прилетает, и последним, кто пожинает плоды, потому что будут говорить. Ну, это же команда, это же вот все типа Кадима, то он так, а вот команда. Вот почему забывают про команду. На самом деле Кадзима, он тоже там ого. -го. Поэтому да. откроем маленький, маленькую тайну. На самом деле Кадзима не один делает свои игры в Да, 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 да. Вот так что. Ну, ну, ну вдвоем, наверное. С этим, синкавой. Синкавой. Да, С тоже. художником, да, но пополам. там. Да, да, да. Людом давят делается. Загляните в описание, там есть ссылка на курс проецирования игр, как правильно сказал Кирилл, у нас есть а, интро-курс, который бесплатный, который дает прекрасное представление о том, что происходит и является на самом деле уже сам, сам по себе ответом на многие вопросы, которые у вас могут возникнуть. Надеюсь, то, что мы сегодня для вас подготовили, принесло много полезных инсайтов и мыслей. Не забудьте, что у нас такие вот полезные стримы еще выходят в текстовой версии, поэтому наверняка. Вы увидите реинкарнацию нашей сегодняшней активности. Напомню, что все то, что вы сейчас видели, происходило в рамках нашего прекрасного первого да, экспериментального марафона. Который происходит в рамках космических скидок В честь там, Дня космонавтики, я полагаю Первый день марафонов подошел к концу С этим вас я поздравляю У нас впереди еще два дня Напомню, что завтра, во вторник В 2 часа дня мы будем говорить про скетчинг А в 6 часов вечера про геймдизайн Сережи Праздничного У него тоже есть очень интересная лекция Про то, как геймдизайнер взаимодействует с концепт-артистами и 3 d художниками на проекте, как готовят ТЗ, какие таски ставят, как происходит взаимодействие, в общем, все про внутрики. И последний день марафона, а я про среду, мы в 2 часа дня будем говорить про Hard Surface с нашим Женей Пушка Паком, про железки твердые, а вечером будем говорить про драфт панк. И делать быстрый драфт с Витей Котовым в 6 часов, поэтому готовьте вас ваши вопросы, если есть, и смотрите внимательно, если смотрите в записи. Кирилл, спасибо большое, что так быстро подготовился и сделал презентацию. Мне кажется, получился очень круто и наша миссия выполнена. Да, Благодарю. спасибо, что позвали. Я надеюсь, что ребят вам понравилось. Если э, вдруг будут какие-то вопросы, вы знаете, где нас искать. Да, да, да. да. На сайте Проходите, можете задавать да. также вопросы Проходите, и комментарии. интро, кстати, записывайтесь. Там есть чатик, где можно тоже задать вопросы. Я там отвечаю тоже. Да, спасибо большое. Спасибо всем тем, кто смотрели нас в прямом эфире. Привет всем тем, кто смотрит нас в записи. Если вы досмотрели до этого момента, то слава вам и хвала. А вы большие молодцы. А пока давайте прощаться. Завтра длинный день, снова трансляция, снова гигантское количество контента. Не забывайте использовать промокод, если вам вас заинтересовало экономить бабки. Это прекрасно. Всем пока. Попрощайся.